Да пребудет с вами благословение небес, высокородная императрица Удзетянь. В вашей тени распускаются цветы и бьют родники. Вы – прекрасная правительница Китая, цивилизации, чьи корни теряются во мгле истории. Жители Китая уже гордились великими достижениями тогда, когда прочие цивилизации еще зарождались. Вклад Китая в науку и искусство слишком велик, чтобы описать его в двух словах. Книгопечатание, порох, мудрость Конфуция – это лишь малая часть того, что Китай подарил недостойному миру. Народ Китая взывает к вам, к той, что из наложниц попала в императрицы благодаря незаурядному уму и красоте. Могущественный Китай вновь оказался в кольце врагов. Сможете ли вы победить их и вернуть империи былое величие? Come on.
Добро пожаловать в эпоху древнего мира.
Коротка и жизнь людская.
Thank you.
Bienvenue. Je suis Napoléon, de France. Le militaire le plus intelligent de l'histoire mondiale.